Твое око обозревает всю вселенную, и ныне я, Господь, направил взоры свои на место сие, и говорю тебе, я этот день определил, я это время соразмерил, я направил стопы ноги твои на место сие, дабы нет, что сказали душе твоей, ибо я, Господь, вижу, как многие сердца в боли терзаются, как многие недопонимания в обстоятельствах, как многие не разумели время посещения моего, и ищут свои планы, оставляют лабодоготала и фараманайся свои определения, человеческим разумом рабоноготала андрейсен решают и споспешествуют в выборе. А я, Господь, говорю, аллилуйя, ава, отче, по тенью крыл моих покоя, аминь. И только в отче там ограда моя, и там покров для души твоей. Если будешь убегать, лабоноготастоманайсен, у башню спасения моего, возлагать надежды на Господа, будешь храним и будешь невредим, и душа твоя в очи, она будет спасенная. Кламану стол мене гетулай прибери ремана гейсен, ол мене гетулай прибери стал мене, как многие избрали свои пути, ремана голдери прабеде стал мене гейсен, аминь. И поспешили, и побежали, ремана гетулайсен, не искали лица мои и воли моей, но я, Господь, говорю, не скроется ни одна душа. То, что определило небо, не избегнешь, ломану кентури фрабеде стал мене. Я испытаю в очи живущих на земле, я испытаю и переплавлю церковь, роману готеландури фрабеде стал мене гейсен, аминь. Какие бы в пределах не была твоя душа, какие из земли не ступила бы твоя нога, там настигнет моя рука, и будет спрос великий о прожитых дня жизни твоей. А если ты в дремлющем состоянии, а если прожиты дни упустую, романа стал мене гейс парамен, строгий зыск придет, и остановка будет великая, потому что я, Господь, ревную об искупленных мною, я, Господь, хочу подачи романовским фараменам, жребия за священными, и проходит великая подготовка к славному переселению. Разумеешь ли время, в какое живешь, народ мой? Читаешь ли священное писание, романовстал Менегейсен? Оно уже сбывается на твоих глазах. Вестники последнего времени, несется весь о спасении, несется весь романогелатуре фрамен об освящении, и очистка великая проходит, аминь, народе. Романо Глонтури праве достал мене гейсен. Пробудилася ти ли от спячки греховной? Стал ли ти ровно в очи на стезю правди моєй? Взял ли ти правильний вибор до віті Голгохве? Ибо знать, что есть Господа, и що милость для души твоєй. Сурамено, сурамено Глонтури праве достал мене гейсен. Великий пересев проходит, аминь, аллилуйя. И пройдет еще по земле, Романо Сермена Глайсен. От края до края содрогнется земля, и живущий на ней придет великий страх. Романо Клантури Фреберистом Менегейсен, аминь. А невеста Христа, она должна быть спокойна и в этом времени проверить свое деяние. Соответственно ли она священному писанию? Романо Клантури Гейл Парабедештамзен. И внутренность, и наружность. Наружность твоя, и наружность, и внутренность, говорит Господь. Романо Клантури Фрабедастал мене. Не малодушествуй в жизни своей, не малодушествуй в этом времени, потому что я, Господь, вижу каждое сердце и намерение, но печально смотрю на многие сердца, ибо не все проснулись в это время, когда Дух Святой, как глашаталь, идет по станах и пробуждает Романо Голтери Фламенезен, указывая на мировые события, дабы ты знал, что ты временный на этой земле. Романо Галантури Фрабенгейсен. Земля временная, а небо вечное. И так возьми вещи нужные для переселения. Осмотри свое состояние. Проверь свое основание. Романо Галантури Фрабенгейсен. И уйдет еще строгий взыск для многих. Романо Сермано Столменгейсен Флайзен. Я, Господь, предупреждал тебя, дабы ты сделал запас духовных сил, дабы ты начерпал на время осады, и многие не готовые выйти в это время. Романо Готелай Фриберистом Менегейсен, они не на этом месте. Я, Господь, говорю, усили свои молитвы. Романо Глонтур Фрабедастамане, выровняй свои дороги
перед Господом, аминь, аллилуйя. И кто прислушается голосу неба, аминь. Я Господь по-иному проведу. Я проведу другим путем и будешь невредим. И прославишь Господне имя. И что глаза твои увидят чудеса и знамена, которые будут свершать и в этих пределах. Раменус, раменус, тал менегентуре прайзен. Стань на стражу великую наследие, аллилуйя, Отче. Перемени мысли свои, аллилуйя. Подави свои взоры к высотам неба. Романо глантуре праведа стал менегейс параман. И больше вникни священное писание. Бери слово мое в сердце свое, исследуй, углубляйся, Романа пламена стомана гейсет, ибо придет время, алмена глантури фрабе дейсет для многих молодых людей, куда нужно будет стоять, аминь, аллилуйя, и стоять на твердыне, и стоять ламена готелезене похолюбимо, и отвечать, так написано, и потому время сегодня даю для запас духовных сил, а ты не ермена кентури флайзене, не будь беспечен на пути Твоем, аминь. Ламанос, ламанос, стал мене гейсен. Лучших времен не ощадай, а романовский фарамент. Ибо еще звужу пути народа своего. Великая подготовка пройдет и перед совком народе. Ламана глантури фрабеда, стал мене гейсен. Я Господь очищу, ливай в очи. Я Господь приготовлю еще к великому труду молодое поколение. Ламана глантури фрабеда, гейсен. Ибо время действий Святого Духа. Время действий благодати моей, аминь, аллилуйя. И так пусть будет сердце твое готово, как добрая посуда на ныне открытая, для излития благодати моей, для принятия слов священного писания, чтобы оно было растворенное верою, чтобы жива была твоя душа, алмана гитулай парамен, и ты не поколебался, аминь, аллилуйя. Но твердо сказал, а мой искупитель живой, аминь. Аминь. Аллилуйя.